Несмотря на то, что преступность среди молодежи в Брестской области по сравнению с прошлым годом снизилась примерно на 40%, радоваться пока еще рано. Статистика все равно неутешительная. Практика показывает, часто подростки ступают на путь преступности именно из-за того, что не знают, как правильно реализовать свой внутренний потенциал. А ведь достаточно один раз оступиться, чтобы в дальнейшем черпать плоды своих криминальных действий. Спорт – один из способов их избежать. Сегодняшняя акция, инициированная прокуратурой Брестской области среди молодежи города Бреста, призвана показать подросткам, где можно найти свои силы, найти свое применение и не заниматься преступной деятельностью. В первую очередь это занятость тех же несовершеннолетних. Мало того, что идет популяризация самой игры баскетбол, я могу сказать, что в Брестской области на сегодняшний день сейчас формируется команда по баскетболу, именно областная. Я думаю, что эти соревнования только будут стимулировать ребят к тому, чтобы участвовать в различного рода соревнованиях. Помимо того, допустим, сегодня игры закончатся, а ребята будут совершенствовать свои навыки. Первые этапы развития баскетбола связаны с его распространением в учебных заведениях США, школах и колледжах еще в 19 веке. В Беларусь игра пришла чуть позже. Сегодня баскетбол в нашей стране находится на подъеме. Лучшие отечественные баскетболисты не только выступают в топ-клубах зарубежья, но и остаются на родине, защищая цвета белорусских клубов, что позволяет поднимать уровень национального чемпионата. Сегодняшние соревнования – это не игра за звание чемпиона. Ребята просто направляют свою энергию в нужное русло, в спорт. И для них это гораздо интереснее, чем сборище в подворотнях в компании сомнительных личностей. Действительно ли такие игры помогают как-то уменьшить статистику преступности? Ну, я думаю, так как молодежь завлекают в такие вот спортивные мероприятия, то есть им уже некогда это делать. Итоги соревнований будут подведены 20 января. Многих ребят ждут приятные сюрпризы. Какие именно, пока неизвестно. Но оговариваются такие варианты, как экскурсия по Брестской области и абонементы в бассейн. В любом случае, без внимания участники соревнований не останутся.